Привет, народ. Сейчас будем сверлить отверстие в напильнике. Напильник простой, сталь Т10, как-то они обозначают. И сверло R6M5. Самое простое, дешевое российского производства, ВИС-завод. Заточил я его для интереса. Простой заточкой, но очень острый угол. Вот, смотрите. 90 градусов сделал, просто для интереса. Сейчас посверлим. Вот отверстие. Сверлилось быстро. Не знаю, все время делают 135-120 градусов. Вот при 90 тоже сверлит непростую деталь. Миллиметров 5 напильник. Начал дымиться. Смазочку бы, конечно. Но сверло дешевое. Поэтому так и сверлим. Сейчас попробуем второй раз. Это уже второе отверстие, на самом деле, я просверлил. То есть это будет третье. И не точу. Ну вот она. Просверлил где-то, не знаю, секунд за 30, знаю, за сколько. Три отверстия. Сверло пригорело. Это надо было охлаждать. И кромку режущую. Ленточку. Попортил немножко. Или это она просто пригорела. Да, немножко помял ее. Такое сверло, оно рублей 20-30 стоит. Ну, точить придется его. Вот так вот интересно. При 90 градусов просверлил. Сначала не мог я сверлить, потом подточил правильно, и вот так вот получилось. Вот оно последнее. Так что пробуйте сами, делайте опыты. Это Ганс Мюллер, ваша народная прокуратура. Всем пока.